Привет, люди, привет, человеки. Хочу показать вам две газовые горелки. Вот начнем с вот этой. Я ее специально достал из укладки из рюкзака. Горелка называется МСР. Горелка специальная, в принципе, она компактная. Можно назвать ее такой горной, экспедиционной. Для любых походов, в принципе, и для альпинистских тоже. Но единственное, что надо учитывать, что, скажем, если вы альпинист, ну, я думаю, альпинисты это слишком серьезные ребята, просто так я не буду никого учить, тем более альпинистским каким-то заморочкам. Там очень тщательный подбор оборудования. Ну, в принципе, я говорю, просто что нужно учитывать, что если все-таки вы на высоте там более там 3-3,5-4 тысяч метров, то такая горелка, скорее всего, работать не будет. И поскольку, скажем, очень большое требование к теплу, то обычно, в принципе, горелок должно быть несколько. Горелок должно быть несколько, они должны быть разнотопливные и желательно там разных фирм и весьма надежные. Просто я хочу сказать, что МСР горелка американская, вот, она очень хорошая, очень надежная. По рейтингу я бы, наверное, ну может еще какие-то есть там, сейчас я не буду вспоминать что-то новое. По рейтингу я бы ее поставил, наверное, на второе место бы после примуса горелки, потому что, скажем, безмерно я уважаю горелки примус швейцарского производства. Наверное, это самое лучшее, что можно сделать, ну, швейцарцы в этом плане, скажем, потому что это прецизионное оборудование, все-таки там высокоточная горелка. Швейцарцы, наверное, в этом плане на высоте, действительно, делают они самое лучшее, и тот самый традиционный примус. Вот, примус, как примус, самые хорошие, самые надежные горелки, поэтому, в принципе, вот если вам очень нужно, то можно иметь такую вот, очень она легкая, практически невесомая горелка. Могу ее взвесить. В чехле 109 грамм весит. 109 грамм, представляете? Вот. И горелка примус, например, обычно используется мультитопливная, но то есть, по сути дела, не газовая. То есть, горелка, которая горит на бензине. Ну, соответственно, можно, скажем, чем качественнее бензин, тем лучше. То есть, если, скажем, куда-то, правда, вот на большой высоте. Ну, почему? Потому что, в принципе, на большой высоте, в условиях какого-то недостатка кислорода или прочего, там гораздо лучше использовать жидкотопливную горелку, потому что там, в принципе, принудительная подача топлива, там насосом нагнетаете давление, и она работает. Все, откроем и посмотрим вот эту обалденную, прикольную штуковину. Вот она такая. То есть это не просто разные такие горелки есть, разные, несомненно. Но я бы сказал, что вот, понимаете, это такая проверенная горелка. И ни разу меня она не подводила. То есть на самом деле вот в ней здесь все сделано вот так вот просто и добротно. Нет никаких пьезоподжигов, никакой такой приблуды не нужно. Да? Здесь вот нормальная такая резинка, здесь нормальная такая металлическая, никакая не пластиковая, ничего, нормальная шайба. Вот. Она открывается, откидываются вот такие вот штуки. Вот обычная, вот такая вот воротная застежка. Опять-таки, условия хранения она так лежит слегка приоткрытая. Вот поэтому сейчас мы что делаем? Ее закрыли. Посмотрим, как она работает. Закрыто. Берем такую чудесную спичечку, вот такую обалденную, очень люблю вот именно вот эту, на самом деле, но не маленьким таким вот коробком спички, там где такая маленькая спичка такая корявая, таким вот нормальным хорошим таким вот коробочком. Так вот берем, щипаем, открываем. И отжигаем.
легко. То есть горелка на 100%. В ней все сделано, я говорю, лучше, вот лучше этой горелки МСР бывает только примус. Лучше больше ничего не бывает.